Большой центральный и три малых купола увенчает строящийся храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при Кубанском государственном университете. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил чин освящения куполов с крестами и пообщался с преподавателями и студентами высшего учебного заведения. На освящении присутствовали преподаватели, студенты, молодые представители казачьей сотни университета во главе с ректором КубГУ Михаилом Остаповым, многочисленные прихожане. Митрополит Кирилл обратился к присутствующим с напутственным словом. В этот храм будут приходить даже там не несколько твоих детей, не несколько твоих внуков, которым ты дал рождение, воспитал. А будут приходить тысячи людей, и за столетия их может прийти сотни тысяч и больше. Так устроена жизнь, что в храме Божьем, где совершаются великие таинства церкви, где совершаются особые богослужения, где священник и архиерей обречен этой властью совершать эти богослужения, просить у Бога прощения людям, даровать им духовную помощь. Сколько будет совершено вот этих духовных рождений в этом Божьем храме? Храм при Кубанском госуниверситете в честь святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских, был заложен в сентябре 2018 года святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. Торжественная церемония освящения закладного камня в основании храма также принимал участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Церковь возводится в древнерусском стиле в нижнем пределе в честь иконы Божией Матери Знамения. С 2022 года регулярно совершаются богослужения. При храме сложилась крепкая община. С первых дней на месте строительства Дома Божия прихожане во главе с настоятелем отцом Павлом Романенко собираются на общую молитву. Каждое воскресенье здесь совершают акафист святым просветителям славянских народов Кириллу и Мефодию. В течение 5 лет каждое воскресенье в 3 часа мы совершаем акафист на территории стройплощадки. Перед поклонным крестом, либо в самом храме. И мы этот молебен совершаем, акафист читаем в течение 5 лет. Каждую неделю, в любую погоду, и в дождь, и в снег, и в холод, и в мороз всегда приходит, и достаточно много приходит людей помолиться. Большую часть прихожан составляют студенты. При КубГУ действует клуб православной молодежи и университетская казачья сотня. Мы клубом православной молодежи и казачьей сотни каждое воскресенье приходим на акафист. И также по мере своей возможности мы помогали там в строительстве храма, также там прибираться. И клубом православной молодежи и казачьей сотни мы обязательно продолжим данную традицию. Также будем приходить сюда на службы, потому что это наш храм при университете. И вот у нас ребята казачьи сотни будут принимать присягу новенькие. И мы планируем, что присягу они будут принимать именно в этом храме. Митрополит Кирилл осветил большой центральный и 3 малых купола вместе с крестами, которые вскоре увенчают строящийся храм. Архипастырь поблагодарил всех, кто участвует в строительстве университетского храма. Ректору Михаилу Остапову, а также председателю попечительского совета храма Сергею Табельскому, владыка вручил памятный нагрудный знак в честь 10-летия Кубанской митрополии.